Пробуем снимать. Так, вот такой альбомчик. Так, для начала что в кармашке? Вот опись кармашка. Вот опись кармашка. Вот все, что есть здесь по описи. Так, это схема. В общем, все, что там в описи есть, даже больше, я думаю, здесь. Так, это в кармашке. Все, кармашек откладываем в сторону. Поехали. Так. C4341. Зарисовки, схемы, какие-то записи. Ну, это по ремонту что-то вот человек писал, делал. Так, C4352. Таблица замыкания контактов. C57. Непонятно. C57. Схема принципиальная. C57. Принципиальная электрическая. Что-то непонятное. Замыкание контакта. 57 57 57 43 12 43 12 43 12 схема. Сорок три тринадцать. Вот скрепочки скреплено. Пачка. 43 13. Замыкание контактов. 43 13. Схема. 43 13. Контакты. 43 13. В общем, ладно, много дальше. F4313 какой-то, схема приложения. 4315, значит, паспорт, и пошла схема, документация. 4317, и пошла документация схемы. Вот это все продолжение. 4317, вот на скрепочке. 43-41, стопочка, схема к нему, 43-42, вот на скрепочке, не буду разрывать, 43-52, паспорт, паспорт, схема. Сорок три пятьдесят четыре, что-то не понял. Значит, целая стопочка. V716, документация последнему ремонту, то есть ВЭД для ремонта. Так, целая стопка. Так. Осциллограмма зарисовки. Здесь интересно. Осциллограф C149. Схема и записи по ремонту. Все.